Вооруженные силы России сбили в Херсонской области Украины самолет Су-25. Летчик, старший лейтенант украинской армии Андрей Максимов, выжил и сейчас находится в госпитале. Ему оказывают всю необходимую помощь. Вот что он сам рассказал о произошедшем. Не помню, как приземлился, видел самолет горящий в метрах 200-300 от меня. И сразу же подбежали бойцы вооруженных сил. Но, к моему большому удивлению, они мне сразу начали оказывать помощь. Ну, вообще, это больше из новостей всяких, тех же националистических, которые говорили о том, что там не люди, что они хотят, что им не важно, наплевать на нас. Если бы не было никаких вот этих стремлений там в ЕС, в НАТО, то мы бы так и продолжали жить дружным народом. Опять же, вот приведу пример то, что я тут единственный из вооруженных сил Украины лежал в палате с ребятами из России. И у них отношение было ко мне нормальное. Они говорят, что мы все славянский народ, что мы все свои. Мы работаем для тех, кто не хочет отставать от времени. Смотрим 60 минут на платформе смотрим.ру. Просто наведите камеру смартфона или планшета на QR-код и смотрите 60 минут, когда вам удобно.